Будущие защитники Отечества задолго до призыва на службу в ряды вооруженных сил России начинают готовиться к этому важному событию. И в этом плане очень им пригодятся соревнования по военно-прикладным видам спорта. Для ребят это отличная школа воспитания мужского характера, укрепления физической формы и совершенствования воинской выучки. Открытые соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Краснодарского края с названием «Служить России суждено тебе и мне», которые прошли в спортивном зале Славянского электротехнологического техникума, уже стали традиционными. 17 команд из 5 муниципальных образований Кубани прибыли сюда, чтобы побороться за лидерство и пообщаться со сверстниками. Почетные гости, представители ветеранских организаций, местных властей и ветераны вооруженных сил приветствовали собравшихся на торжественном открытии состязаний. Они поздравили участников соревнований с предстоящим праздником, Днем защитника Отечества, и пожелали им успехов в освоении военного дела. Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» порадовали участников открытия показательными выступлениями. К этим традиционным соревнованиям допризывники из Анапы, Красноармейского, Тимашевского, Крымского и Славянского районов готовились очень серьезно и были настроены по-боевому. Особое внимание мы уделяем, наверное, сборке, разборке автомата, стрельбе, подтягиванию в основном. Мы в Славянске впервые на таких соревнованиях. И, если честно, атмосфера здесь прекрасная. Все настроены на победу, поэтому будет очень жарко, весело, и мы будем бороться. У нас в техникуме проводится отборочный этап по челночному бегу, по подтягиванию. Потом лучшего человека мы выбираем, он тренируется потихонечку. Но у каждого свой любимый вид, то есть у кого-то автомат, у кого-то магазин, у кого-то ОЗК. То есть я, допустим, люблю очень разбирать-собирать автомат. У меня любимый вид спорта. У кого-то вид спорта – любимый магазин. Команды проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали автоматный магазин патронами, стреляли из пневматической винтовки, подтягивались на перекладине, бегали. Они, конечно, очень старались и действовали в полную силу. У нас очень дружная команда. Это благодаря нашему бессменному руководителю Чобанцу Андрею Николаевичу. Это ему большое спасибо. Да, мы тренировались 3 недели. За 3 недели до этих соревнований. На что надеетесь? Я надеюсь на самый лучший результат. Ни один из видов состязаний не поставил кубанских допризывников в тупик. Надевание общевойскового защитного комплекта на время бесспорно представляет немалые сложности, но и это ребята делали быстро и качественно. Достойным завершением соревнований стала комбинированная эстафета. В ней нужно было проявить все свои способности и умение работать в команде. Победили сильнейшие. Первое место завоевали представители клуба «Юный патриот» из 29-й школы станицы Петровской. На втором месте также петровчане из военно-патриотического клуба «Будущий воин». И замыкают тройку призеров представители клуба «Патриот» Славянского сельскохозяйственного техникума. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».